горит трава. Всем знакомо это явление весной. У многих вид дымящихся полений вызывает беспокойство. А зря. Для этого есть повод. С начала года на территории Минской области уже зарегистрировано более 100 загораний сухой растительности. Хотя весна только началась. Первые случаи были зафиксированы уже в начале марта. Обращаем внимание, что ни в коем случае выжигать сухую траву, упожненные остатки нельзя. Это прежде всего небезопасно для вашего здоровья, для вашей жизни. Беда в том, что многие люди не задумываются над тем, каким последствиям могут привести их поступки. Особенно не рассчитывают свои силы пенсионеры. Увлеченные весенними хлопотами, они слишком поздно замечают, что пламя, подхваченное ветром, перебросилось на ближайшие территории и постройки. Справиться с масштабным огнем без помощи спасателей уже невозможно. Это очень опасно, поэтому мы всячески пытаемся устранить такие ситуации. Мы проводим ежегодно рейдовые мероприятия с сотрудниками РОЧС. Сотрудники сельского совета выходят на рейдовые мероприятия и подворный обход с целью наведения порядка. И в случае, если возникает вот такая проблема, мы пытаемся объяснять людям, что этого делать нельзя. Но, к сожалению, сетует председатель сельского исполкома, несмотря на ежегодные рейды и предупреждения об опасности, некоторые люди учатся на своих ошибках, а не на чужих. Проезжая мимо, я увидела, что, наводя порядок, хозяин поджег траву. Потушить сразу невозможно, поэтому и выгорело вот такое вот большое пятно. А могло все закончиться гораздо плачевнее. Более того, стоит помнить, что выжигание сухой травы губительно для самой природы и животного мира. Мало того, что это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Самое печальное, что в огне и дыму погибают практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли. Что ж, во избежание пожаров МЧС призывает граждан не жечь траву, не оставлять горящие костры без присмотра, тщательно тушить окурки и спички. Сжигать мусор на своем участке не запрещено. Однако при этом важно помнить о соблюдении элементарных правил безопасности. Помните, при сильном ветре огонь может распространиться со скоростью до 1 метра в секунду. Берегите себя и природу.